Ой-ой-ой, разговоры, разговоры, разговорище. Где же были разговоры утром и вечером? Неправильно говорю, да, девочки, мальчики? Смотрите, как я вчера все это мне повесили. Как все повесили. Красота. Блин, девочки, мальчики, приятного утра. Не надо это, девочки, мальчики, это Кондратьева искать. Кондратьев, если надо, он сам придет. Если настроение плохое. А так, если хорошее настроение, Кондратий просто не придет. Ему это... Кондратий приходит тогда, у кого плохое настроение. Кондратий это такая тварь, которая... Ой, кофе хороший. Сбился, сука. Девочки, мальчики, вы не сбивайтесь никогда с пути. У нас есть или некоторые люди, которые сбиваются с пути. Понимаете? Они вот как будто вот подножку им ставят, они раз и сбились, ёлки-палки. А так и вот продолжение Кондратия. Кондратий, знаете, это, наверное, имя, короче говоря. Имя такое, ну как, понимаете, ну, как Володя, или там Черепок, или еще как-то там, или Ольга. Господи, девочки, мальчики, или там Васяня, Мусяня, девки, мальчишки. Это же хорошо, когда живешь и не знаешь, когда Кондратий придет. А пришел Кондратий, уже все, пиздец, поздно. Поздно пить боржоми, когда уже тебя в лес завезли. Да, девочки, мальчики, хотя это приятная скороговорка, понимаете? Блин, надо шляпу одеть. Блин, кофе не пойдет, вот как пить вот без шляпы, это вот кофе и шляпа, это облегчает понимание, понимаете, вот так вот, одели шляпу и, как это, песня поется, одела шляпу, кофе налила, да, она кофе налила, шляпу одела, очки забыла, ой, ой, ты мой, какая... Никчемность, да, как некоторые говорят. То есть, а вчера мне там написали в Ютубе, ну что, женщина-педагог, она учит детей, а ты вот, типа того, такое быдло, и кухня у тебя нищенская, пусть она нищенская кухня, но зато моя собственная. А, еще написала, я живу в центре, а твоя... Квартира гнилушка, да пусть гнилушка, но это мое собственное, да, девочки, мальчики, живу прекрасно. Короче, всем прекрасного утра, кого разоселил.